дружба. Краснодар и Карлсруэ уже на протяжении 20 лет связывают узы дружбы. За этим не только экономические отношения. Такое братство городов, которое сегодня называют эталоном, в первую очередь обязано человеческим взаимоотношениям. За побратимскими связями стоят судьбы десятков людей, для которых это уже давно не просто дружба. Сегодня они не могут себе даже представить, каким было бы их настоящее без той поездки в Краснодар в 1982 году. Более чем за 30 лет Яндир Крауш научился не только говорить по-русски, но и думать. С ним очень легко общаться, не только потому, что Яндир знает язык, он. А для иностранца это редкость, понимает русский юмор и неплохо разбирается в кубанских традициях. Каждый год вы приезжали, что-то себе, но в любом случае привозили. Несколько самоваров и несколько сот матрешек. И, конечно, я всегда радуюсь, когда друзья принесут краснодарский чай. Музыку. Вот только свои музыкальные предпочтения Яндир почему-то скрывает и говорит, что ему просто нравятся разные русские исполнители. Что ж, не будем его смущать и узнаем о первой поездке в Россию. Я был один из молодых, которые получили право приезжать в Краснодар. И когда мы с комитетом молодежи были первый раз там, наши 500 линий были такие хорошие, что мы решили, мы хотим продолжать молодежный обмен. И уже в 82 году была первая статья у нас в газете, может быть, что будет Краснодар, наш город-побратим. Ну, а как вы попали в этот вот именно в первую делегацию? То есть какой отбор был? Наверное же, в те времена это было очень жестко. Решил комсомол в Москве. И поэтому для нас было это интересно, но мы точно не узнали, что и кто нас ждал. Но когда мы видели зеленые места в Краснодаре, и когда нас пригласили на экскурсию на Черное море, мы были очень рады. И этот южный темперамент, который есть в Краснодаре, это похож на наш темперамент. Это будет для нас ясно, мы хотим продолжать эти контакты. А наладились они официально только спустя 10 лет. В 1992 году обер-бургомистр Карлсруэ, Герхард Зайлер и мэр Краснодара Валерий Самойленко подписали договор о побратимстве. Сотрудничество начало набирать обороты. Культура, экономика, образование, медицина, школьники, студенты, молодые специалисты жили на два города. Регулярные стажировки, совершенствование иностранного языка, новые друзья и знакомые. К слову, это партнерство изменило в лучшую сторону не только самих побратимов, но и людей, которые принимали в этом самое активное участие. Дружба с Краснодаром, партнерство очень интенсивно. Самый активный между другими. Почему? Потому что это партнерство снизу. Молодежные организации основали. Это не было партнерство только для бургомистров. От начала. И поэтому сейчас много школ, много спортивных организаций, в культуре, молодежные организации, они все дружат. И поэтому много людей из Карлсруэ были уже в Краснодаре и наоборот. Сейчас это, конечно, интересно. Интереснее ездить в Россию, чем несколько километров ехать во Францию или в Англию. Город почти с 300-летней историей, расположенный в земле в Баден-Вюртемберг в юго-западной части Германии, для некоторых краснодарцев стал второй родиной. Кстати, до Краснодара из Карлсруэ ни много ни мало 3313 километров. Сергей Геатакян попал в Карлсруэ как студент Кубанского государственного университета, позже вернулся как молодой специалист, а потом и вовсе понял, что хочет в этом городе жить, и остался. Встретил Елену, и теперь, читай, Геатакян Камерлох воспитывает двоих замечательных малышей. Марсель и Стелла, шутят родители, наглядный пример того, как партнерские отношения между городами могут перерасти в семейные. Читай, Геодокян Камерлох уже задумывается и о третьем ребенке, однако, говорят родители, это пока в планах. На первом месте поставить детей на ноги и выучить русский язык. Так как мужчина работает, а женщина дома с ребенком, я сидела, мало приходилось русской речи слышать Стеллы.
и поэтому она большинство по-немецки со мной и научилась. А потом, с годами, когда уже и Марсель родился, мы решили, все-таки русский язык очень важен здесь, и будем все-таки интенсивнее по-русски с ним общаться, с детьми. И поэтому сейчас все больше и больше разговариваем. И я. Потому что я больше в контакте с детьми, конечно. Дело связано с тем, что они еще маленькие, им даже не все, иногда сложно говорить по-немецки. Но они смотрят передачи на русском языке, они общаются с дедушками, с бабушками, с гостями из Краснодара. Приехала с моей подружкой в ресторан, просто отдохнуть, покушать, пообщаться, и Сережу там встретила. И вот так мы познакомились в этом русском ресторане в Карлсруе. И потом, когда вопрос стоял, куда переезжать, то я сказала в Карлсруе, потому что мне город Карлсруэ больше нравится, чем Форцем. И поэтому мы здесь и остались жить. Елена переехала жить в Германию еще ребенком. Сначала ее отдали учиться в немецкую школу, потом девушка поступила в университет. Русские традиции, язык и кухня в семье Елены всегда были на первом месте. Однако и немецкая культура внесла свои коррективы в жизнь эмигрантки. На свидание она приходила первой. Это было мне как-то не совсем даже приятно. Или я приезжал, и она не опаздывала. Такое тоже было. Педантичность. Вот вечером мы уже готовимся на завтра, потому что мы знаем, завтра на работу, и у нас эти будут планы, и это расписано уже на неделю вперед. Вот это мне нравится, допустим. И первое время было непривычно среди русских, которые здесь живут. Люди, живущие в Германии не один год, они сильно отличаются русские от русских, которые живут в России, потому что здесь культура и быт дает от свой отпечаток. Первое, что бросается в глаза в Карлсруэ, нет, не архитектура, велосипедисты. Их столько, что складывается ощущение, что люди здесь в принципе не ходят, а все поголовно крутят педали. Велосипедные парковки просто на каждом шагу, однако оставить своего двухколесного друга можно и вот так. Но это, конечно, больше исключение из правил. Наверное, владелец этого велосипеда – иностранец. Весь город оборудован не только парковками, но и велосипедными дорожками. Да, и велосипедист здесь всегда прав. Однако, если владелец двухколесного транспорта, у которого имеются водительские права на управление автомобилем, перед поездкой на велосипеде употребил пару бокалов национального напитка, то он может лишиться водительского удостоверения. Летом, весной и осенью по всему городу доступен прокат велосипедов. А для тех, кто пока не способен самостоятельно крутить педали, предназначены вот такие коляски-прицепы. Считается, что именно житель Карлсруэ, барон Карл фон Дресс, изобрел первый велосипед. Вот он, бережно хранится в городской ратуше, напротив маленькой модели еще одной гордости. Изобретение одного из пионеров автопрома Карла Бенца, тоже жителя Карлсруэ. Кроме велосипедов, в Карлсруэ есть еще один очень популярный вид транспорта – трамвай и поезда, причем исключительно желтого цвета. В транспортных кругах Карлсруэ – мировой пионер. На таком трамвае-поезде из центра города можно с легкостью добраться до любого населенного пункта, который находится в окрестностях Карлсруэ. Появилось это междугородное транспортное сообщение здесь в 1992 году. Причем пунктуальны в Карлсруэ не только жители, но и трамваи. Каждая остановка оборудована информационным табло, которое сообщает, сколько минут осталось до прибытия следующего трамвая. Кстати, оплатить проезд можно на остановке или уже внутри транспорта. Там тоже установлены такие билетные автоматы. Остановка «Рыночная площадь». Сейчас здесь все архитектурные памятники готовятся к 2015 году, 300-му юбилею Карлсруэ. Поэтому тишину Карла практически круглосуточно нарушают звуки строительной техники. Известна рыночная площадь пирамидой, каменной усыпальницей основателя города Карла Вильгельма. Со временем она стала символом Карлсруэ. Кстати, в Краснодаре в Чистяковской роще на аллее дружбы Карлсруэ и Краснодара есть ее копия. Построили пирамиду во знаменование 20-летия побратимских связей между городами. А это ответное доказательство дружбы. Площадь Краснодара – Краснодар-плац в самом Карлсруэ. Здесь были раньше дома американской армии. И сейчас здесь находится
площадь Краснодара. Идея архитекторов – это такая, что на площади Краснодара народ собирается, играет, слушает выступления, чтобы это будет маленький культурный центр для нового квартира. Главная же достопримечательность города-побратима – дворец Карлсруэ. И здесь нас уже ждут. Ох уж эта пунктуальность, кстати. На все съемки герои приходили заранее. И никто из них ни разу не опоздал. Так что в нашем распоряжении есть еще пару минут, чтобы познакомиться с дворцом и его историей. Да, и художник так увлечен своей работой, что его просто не хочется отвлекать. Дворец Карлсруэ – сердце города Веера. Здесь все улицы берут начало и расходятся лучами. Именно отсюда местные жители измеряют расстояние до каких-либо достопримечательностей либо объектов. По городской легенде, идея построить такой город приснилась марграфу Карлу III Вильгельму, случайно уснувшему в лесу на охоте под деревом. Проснувшись, он решил, что стоять город будет на этом самом месте. Однако некоторые историки придерживаются другого мнения. Якобы город своим существованием обязан супруге марграфа – Магдалине Вильгельмине. А если быть точнее, ее огромному носу. Женщина красотой не блистала и в милости у мужа не ходила. Чтобы меньше видеться с женой в резиденции в Дурлахе, марграф построил Карлсруэ. Свою собственную тишину Карла. Интересно, что спустя 200 с небольшим лет молодой Карлсруэ поглотил бывшую столицу маграфства – город Дурла, которому сейчас уже 900 лет. Однако жители Дурлаха статус микрорайона и пригорода не признают и тоже отмечают годовщину основания своего города. Впрочем, в Дурлах мы еще отправимся, а пока вернемся к дворцу Карлсруэ. Анна Шефель в Карлсруэ, можно сказать, новичок, но очень активный. Несколько лет назад переехала сюда, чтобы поступить в университет соседнего городка. Сейчас проходит практику в молодежном комитете, как учитель рисования. Ань, за 2 года ты стала немкой? Мне кажется, я вообще очень сильно изменилась. Все равно человек подстраивается под среду. Что касается пунктуальности, я всегда была, в принципе, пунктуальна. И планирование мне тоже не было никогда чуждо. Как будто я уже родилась немкой. Не, ну не так, конечно. Но я вижу в этом только плюсы. Ань, что ты для себя новое открыла, приехав в Россию в составе немецкой делегации? Наши молодежные комитеты наших городов проводят ежегодно обмен с молодежной. И в этом году мы с группой немецкой молодежи попали в молодежный лагерь Дубрава, где нам очень были рады, нас так встретили радушно, просто потрясающе. И я до сих пор общаюсь с немецкими ребятами. Они полны воспоминаний, что там в России так красиво, там замечательно, они настолько не ожидали. Они там общаются в социальных сетях с русскими ребятами. Для меня это был, наверное, первый опыт, когда я пыталась с сознанием немецких взглядов, сознанием немецких ожиданий вот, и встретиться с российской действительностью. И вот эта встреча интересов, где я пыталась найти золотую середину между ними и нашими, и вашими, да, вот это вот было немножко так интересно, немножко трудновато. Мне хотелось русским объяснить, как немцы думают, да, почему они именно так хотят это сделать, а не так. Вот. Но я надеюсь, что мне это удалось. Аня, что тебе в Карлсруэ напоминает вот Краснодар? Когда я выехала на Рейн как-то раз посмотреть, это была точно Кубань. Камыши те же самые, вот эти вот птички летают, уточки крякают, это точно Кубань была. Здесь действительно и утки, и рыбаки, которые сидят в терпеливом ожидании улова. К слову, вот и он. И известен на всю Германию речной порт. Первый корабль прибыл в Рейнский порт в 1901 году 22 апреля. Сегодня это один из самых крупных речных портов Германии. Его грузооборот в год составляет более 6 миллионов тонн. Он также обладает единственным в своем роде водным шлюзом, который оптимально регулирует уровень воды и предохраняет от наводнения. Каждый год в Рейнский порт заходит около 5000 судов, выгружая товары со всего света. Минеральные масла, каменный и бурый уголь, строительный материал – это далеко не весь список. Этим же путем местная продукция попадает на мировой рынок. Кстати, рядом с портом расположились заводы – нефтеперерабатывающие, металлообрабатывающие, химические и полиграфические.
Помимо главного дворца, многочисленных музеев и храмов, к достопримечательностям Карлсруэ относятся архитектурные ансамбли разных эпох. Нам удалось познакомиться только с некоторыми из них. Например, замок Готесау 15-го столетия. В его стенах сейчас расположена высшая школа музыки. Вот мы и в Дурлахе поднялись на знаменитую башню Турмберг. Она почти с тысячелетней историей. Во второй половине 11 века на горе, высота которой 256 метров, графы фон Хоенберг возвели замок. В 1888 году сюда проложили канатную дорогу. И в хорошую погоду с помощью фуникулера можно подняться на вершину горы. Кстати, с погодой повезло, поэтому впечатления о Карлсруэ только солнечные. Башня Турмберг – самая высокая точка города. Здесь Карлсруэ как на ладони. За 50 центов можно рассмотреть, например, самое старое здание города. Стройки Дурлаха. Середина 15 века до наших дней дошли только покои принцессы. В средние века во время военных конфликтов город не раз сжигали. Вот именно из этого замка сбежал в свою тишину марграф Карл III Вильгельм. А сегодня в апартаментах принцессы замка Карлсбург расположен музей. Но на этом наше путешествие по Дурлаху еще не окончено. Сюда мы еще вернемся. Тишину Карла только одним своим названием нарушает музыкальный район города. Нет-нет, здесь никто не играет на инструментах и громко музыку не слушает. Просто все улицы этого района носят имена известных композиторов. А тишину этого района постоянно нарушают смехом и шуршанием конспектов неугомонные студенты самого известного на всю Европу технологического университета. Здесь живут и учатся молодые люди со всех уголков не только Германии, но и мира. После окончания получения диплома, конечно же, хочу вернуться в Краснодар и наладить сотрудничество между нашими двумя странами, Россией и Германией. Надеюсь, что откроется в Краснодаре какой-нибудь автомобильный завод, и им будет нужен человек со знанием немецкого и русского языков. Роман Гребеньков учится в самом старом и в то же время самом элитном технологическом институте Германии – КИТ. Основан он был в 1825 году. Университет представляет собой небольшой городок. На его территории находятся учебные аудитории, библиотеки, общежития и столовая. А это, кстати, здание ректората. В радиусе 100 метров мы не увидели ни души. Видимо, нога студента на эту территорию ступает крайне редко. К слову, если молодой человек не уверен в своих силах, то в КИТ лучше вообще не поступать. Отчисленный из университета восстановиться на ту же специальность не сможет ни в одном вузе страны. Двери в эту сферу для него навсегда закрыты. Так что учеба здесь исключительно в интересах самих студентов, которых ни много ни мало 20 тысяч человек. Среди выпускников изобретатель первого автомобиля Карл Бенц, отец водородной бомбы Эдвард Теллер и Эмиль Шкода. Вы знаете, поначалу очень было тяжело, потому что здесь учеба совсем выглядит по-другому, не так, как в России. Здесь нет ни групп, ни куратора. Ты сам работаешь на себя. То есть ты смотришь в интернете, когда тебе надо посещать занятия, на какие занятия ты должен ходить, когда ты их хочешь сдавать. Ты выбираешь предметы, которые ты хочешь сдать. И все зависит от тебя. Если ты ничего делать не будешь, тебя никто тянуть здесь не будет. Здесь есть очень много возможностей. Машиностроение, архитектура, математика, физика. Я выбрал машиностроение. У меня были профилирующие предметы, которые я должен был сдать до окончания 4-го семестра. Это была высшая механика и высшая математика. Мы делали это как домашнее задание, сдавали. В конце каждого семестра был экзамен. Даже несмотря на то, что я здесь иностранный студент, ко мне относятся как к любому другому студенту. В основном все экзамены проходят письменно, где ты ставишь не только свою фамилию, имя, а просто номер.
Целую неделю тишина Карла не соответствует своему имени. Международная выставка-ярмарка потребительских товаров «Оферта 2013» собирает бизнесменов, международные делегации и, конечно, потребителей. Выставку ежегодно посещает более 140 тысяч человек, которым очень может понадобиться, например, приспособление для сбора орехов. Такие изобретатели и представители больших и малых компаний свою продукцию размещают в 4 выставочных павильонах. Это продукты, одежда, лекарства, автомобили, старинные и новые, туристический инвентарь, строительные материалы. На месте можно опробовать, к примеру, новую сковороду, пожарить картофель. Кстати, еще одно направление экспозиции – зимние виды спорта. Выставка ведь проходит накануне зимы. Покрытие из пенопласта, еле присыпанное искусственным снегом, немного фантазии и лыжи. Так из Германии мы переносимся в Норвегию, причем оказаться там может каждый гость выставки «Оферта», даже если с собой не захватил экипировку, например, как я. На главной сцене экспозиции выступают не только артисты. Это прежде всего площадка для официального открытия. А открывают «Оферту» как главное событие осени – большим шоу в прямом эфире местного телевидения. Традиционно первым приглашают мэра Карлсруэ Франк Мендруп. В приветствии отмечает важность участия в «Оферте» городов-побратимов и приветствует краснодарскую делегацию во главе с коллегой мэром Владимиром Евлановым. Статус краснодарского стенда подчеркивает его расположение в павильоне номер 1. Поэтому многие жители Карлсруэ уже знакомы с русской продукцией и свое путешествие по «Оферте» начинают именно с краснодарского стенда. Чита заявил, не пропустила ни одной выставки «Оферта». С 1972 года они традиционно посещают экспозицию в день ее открытия. Раньше вместе с детьми ходили, теперь с внуками – Фабианом и Феликсом. В этом году они открыли для себя новое лакомство – халву. Кроме этого, на стенде можно было попробовать и купить мацестинский чай, который считается национальной гордостью, так как занимает призовые места на международных выставках. К чаю на краснодарском стенде можно приобрести натуральный мед, подсолнечную халву, которая на юге – самого отменного качества, и кондитерские изделия, не менее любимые на Кубани. Пока гости угощаются, покупают российские товары, мэры Краснодара и Карлсруэ обсуждают перспективы совместных российско-германских проектов в области экономики. В этой дружбе уже более 20 лет. И начинали ее, как обычно это бывает, с гуманитарных отношений в области культуры, образования, здравоохранения. Потом постепенно эта дружба перерастает уже, так сказать, в экономику. И как первый этап уже экономического взаимоотношения, это то, что мы в 7-й раз участвуем в этой выставке, ярмарке «Оферта» в Карлсруэ. Участвовать в ней престижно. И то, что город Краснодар представлен здесь таким уголком вида города, где можно по фотографиям, по, так сказать, присутствию здесь товаров именно российского происхождения, сделать выводы о городе Краснодаре. Однако не все на этой выставке покупается и продается. Рядом с краснодарским стендом по традиции выставляется общество дружбы «Карлсруэ Краснодар». Как доказательство того, что отношения между двумя городами, сложившиеся более чем за 20 лет, не купишь ни за какие евро или рубли. Теперь вернемся еще раз в Дурлок, в гости к жителям царства марионеток. Большая интернациональная семья из 56 кукол рада каждому, кто заглядывает к ним в подсобку. Ведь большинство из этих деревянных актеров очень соскучились по аплодисментам и восторженным взглядам публики. Здесь тоже можно увидеть доказательства дружбы Краснодара и Карлсруэ. Среди марионеток наш земляк, казак на коне. О родной Кубани он только слышал, так как родился здесь. Его создатель – один из самых известных в Германии кукольников Штефан Блин. Благодаря друзьям из Краснодара, 10 лет назад я придумал своего первого казака на коне.
Сейчас я с ним не работаю, он очень тяжелый, точнее его верный товарищ Конь, поэтому я с ним уже не выступаю. Да и у меня появилось много других новых кукол. Творческой мастерской Штефана Блина все самое необходимое для создания новых кукол. Инструменты, эскизы и бруски липы. Это дерево, говорит мастер, и в руках послушное, и на деле очень прочное. Несколько лет назад Штефан Блин решил сделать нового казака, однако была одна проблема, с которой кукольник никак не мог разобраться сам. В его понимании, казак с конем – это единое целое, но такая кукла у него уже есть, и управлять ей очень сложно. Тогда он решил обратиться за помощью к своим краснодарским друзьям и на 220-летие кубанской столицы. Штефан Блин привез нового казака на родину и представил его краснодарской публике. У казака есть некоторые отличительные движения. Основная сложность в создании куклы – это система ее управления. Есть обычные, так называемые рычаги, это как раз традиционные. Для каждой куклы индивидуальные. Наш казак умеет танцевать, выпрямлять обе ноги. Он двигается, и кукла делится на две части. Я сам шью костюмы для своих кукол. Что касается казака, то я непосредственно контактировал с администрацией Краснодара. Для того, чтобы выбрать соответствующую форму казака, мне присылали несколько фотографий казаков. Я выбрал самую подходящую для того, чтобы казак мог двигаться. Краснодар и Карлсруэ называют не только побратимами, но и породненными городами. Кто-то благодаря этой дружбе заводит детей, например, как Елена и Сергей Геодокян-Камерлох. Кто-то пытается объяснить русским, как думают немцы, а немцам, как думают русские. Анна Шейфель собирается написать об этом книгу. Ян Деркрауш уже не представляет свою жизнь без друзей из Краснодара, и чтобы с ними общаться, он выучил русский. Роман Гребеньков мечтает скорее вернуться на родину, поделиться и применить знания немецкого автопрома в России. Один из самых известных кукольников Германии Штефан Блин планирует сделать еще одну кубанскую куклу. Словом, побратимство – это больше, чем дружба между городами. Это союз, который меняет жизни людей и меняет к лучшему. До свидания!